Re, viss ēters ir te. Свой исторический облик вернула старинная Кемерская водонапорная башня. В советские годы она была закрыта для посетителей. Теперь будет служить не только по прямому назначению, но еще и как смотровая площадка и даже музей. Материал коллег из Земгольского телевидения. В Кемерском культурно-историческом парке уже с прошлого года работают строители. Водонапорная башня, которая является памятником архитектуры государственного значения, уже пережила свое восстановление. Фактически все является аутентичным. Строительные конструкции, несущие конструкции. Были изменены элементы декоративной отделки, те же балюстрады. Если не ошибаюсь, оригинальных осталось только три, остальные созданы заново. Пока восстановленная башня, которая по-прежнему выполняет свои первоначальные функции, пустая, но уже скоро она станет смотровой башней для всех желающих. На первом этаже будет размещена туристическая информационная точка, а на втором – постоянная экспозиция. Обзорная платформа находится на высоте 42 метров. Фактически мы восстанавливаем историческую функцию, так как и в то время, когда башня была построена, она служила и как водонапорная башня, и как смотровая платформа. Последовательно мы обновляем и сохраняем для будущих поколений то, что было создано изначально. На этой неделе для жителей Юрмалы был проведен день открытых дверей. Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в каждой группе было всего 5 человек, поэтому все желающие попасть в башню не смогли. Те, кому это удалось, были очень довольны, потому что в советское время вход в башню был запрещен. Мы лезли. Да, мы со старшим братом открыли двери и залезли. Привлекало все, что закрыто и недоступно. Очень красиво. Наконец, водонапорная башня приведена в порядок. Красивый вид. Я не поднялась до самого верха, но мне понравилось. Эвел Дукуль, Латвийское телевидение, в сотрудничестве с Земгольским телевидением.